Всем привет, меня зовут Рильц, и мы продолжаем играть в белую дверь. Давайте же войдем в эту дверь и продолжим. Леди Озер, это уже столько дней не закончился. Там был я или то, что осталось от меня? Мы, судя по всему, в баре, да? Окей. I ordered another drink. Я заказал другой напиток. Вот мне вот сюда налейте. The barman was a strange fellow. Бармен довольно странным. Any money left? Еще остались деньги? Откуда он знает меня? I took my wallet. Откуда он знает, что у меня мало денег? Я взял кошелек. Ну все так вытягивается прикольно. Seven, please. Семь, пожалуйста. У меня нет сдачи. Пять. Он говорит, семь, у меня нет сдачи. А пятерка и семерка это ему мало? По-моему, пуговиц ему хватит. И что это еще такое? А, у него нет сдачи. А ну, если ему дадим. Оставь на чай. Ну, забери. Ясно. Ясно, нельзя даже ему на чай оставить. Вот сэр Кровавая Мэри. Тебя мне. Я сделал глоток. Полное погружение. Он посмотрел на меня. О чем вы думаете? Хороший вопрос. О чем я думаю? Я вытащил фото. И развернул его. Ого, ничего себе, он разворачивает. Окей. Women can't live with them, can't live without them. Женщины, не можем жить с ними, не можем жить без них. Мудро сказал. Я поставил бокал. I have a solution, but it will cost you something. У меня есть решение, но оно будет стоить денег. That would be 18. О боже, у меня столько нет. Сдача будет у тебя, мужик? Нет, конечно, у тебя не будет сдачи. Ого. You know what to do. Вы знаете, что делать, мистер Хилл. Это нам снится? Это, походу, нам снится, потому что не такого не может быть в реальной жизни. О-оу, я растерялся. Suddenly, the curtains open. Внезапно открылся занавес. She started singing. Она начала петь так громко, как могла. О, боже. Опа. Что мне надо сделать тут? Или... Блин, я что-то неправильно делаю. Окей. Это было рандомно как-то. Неужели это делаю? Да, это был сон, день пятый. Блин, я забыл кое-что сделать. Забыл кое-что сделать. Окей. Новый день, новая жизнь. Ого, нас переместили в другую пола. Мы, конечно, там нашкодили прилично. Это что? Это... Что это такое на полу? Это... Точно не у меня, не у меня. Я думаю, это у меня уже на меня на экране что-то. Тут что-то валяется. Ладно. Опять какая-то рамка. Что, заправим кровать, давайте. Ага, пароль опять. А, Б, С, А, Б, С, Д. А, тут весь алфавит, понятно. Окей. Выпустите меня. Твоя комната. Твоя что? А, стоп, это пароль. Йор, наверное. Кто там такой?
пересекли черту. Наслаждайтесь своей новой комнатой. Блин, мне нравилась старая комната, не сходите с ума. Пошел ты. Это моя старая комната гораздо приятнее была. Теперь нужно найти. Йор, твоя... Что-то, почему какое-то окошко было в конце? Почему это? Странно, что в нашей палате вообще вот такие штуки есть. Типа, нам какие-то секретные эти ячейки нам дают, рамки, когда мы в психбольнице. Нам много нас балуют. Интересно. О. Хочу выпить. Нет. Как ты хорошо разлил тут. Пум. Опять наугад просто нажимать надо, серьезно? Это головоломка. Пятьдесят на пятьдесят. О боже. Дарк. Дарк, тьма, темный. Что-то там. Что тут написано. Окей. Может, какой-то эксперимент на нас ставят? Логично, в принципе. Что-то от нас хотят добиться каких-то исследований, результатов исследований. Сколько там от слоев? Такая... точно не в себе, блин, пациент. Ну и что я сделал это, и что... Стойте, остановитесь, нотки. Я же, по-моему, правильно делаю. Дарк. Звучит неплохо. Спасибо. Может, не так значит, тогда как? Так я же вроде так и все делаю. А, может, теперь тебе понравилось? Звучит неплохо. Я ничего не понимаю, сложно. Не понимаю. Что это за подсказка? Ну... Что мне нужно с этим сделать? Звучит неплохо, окей. Как я еще не пробовал? Назад, может? Так как? Да, блин, ну написано вот так. Я так понимаю, это по очереди надо сделать. Ну, что не так? Я же правильно делаю. Вот это... Нет. Вот это и это. Нет, опять не так. Вот это... Нет. Это... А, мне нужно остановить их, наверное. Окей, ну...
О нет, я не то сделал. А, вот, наконец, боже. Что за бред? Так это наркомания уже началась. F A Face лицо. Твое темное лицо получается. Грубо. Face. Фаси. Фась. Господи, ну я, конечно, сказанул. Барабан. Ого, диско. Как интересно. Теперь все скажешь. Время вечеринки. Господи, что происходит? Dark face, а тут что надо делать? О, смотрите, я случайно это сделал. Какой-то пазл. Прикольно. Ну, головоломки мне нравятся. Прикольно. Окей. Надо сделать я люблю, когда все идеально. Ну-ка. Ну-ну-ну. Господи, моя мышка. Так. Вроде идеально. А тут что? А, нет, стоп. А это как? А, вот это наверное, низ, блин. Окей, это вверх, наверное, надо. Да-да-да. Давайте в рамку аккуратно все. А, понятно. Ясно, я думал, тут, блин, построить надо, тут нифига не надо делать. Душа, окей. А тут на луне что-то. Пропал мужик. Soul, а душа. Следующий код. Soul. Твоя твое темное лицо, душа. ДТС. Soul. Какое же послание будет для нас? Таблетка. Что это такое вообще? Наркомания началась, смотрите. Человечек пошел. А это типа я? Вау, ну привет. Фейс, лицо. О боже, как он стрёмно говорит. Фейс, типа, встретить свою темную душу. Или нет? Фейс. А, фейс, лицо. В смысле, не, я думал, что это твое темное лицо, это не душа там, а это... Посмотри на свою темную душу. И что с этого мне? Как мне это понять? А, ну тут какие-то были подсказки. Кружок, вот это... Один, два... Как это наугад? Точнее, наугад. А фейс? Фейс, первая вот такая палочка. Фейс. Йор. Сначала вот это. Либо это, либо это. Нет.
Да, Dark Face, это первая палочка, палочка с кружком. А стоп, подожди. Йорта. Но последнее это окошко и кружок. Окошко и кружок. А что они правильно делают-то? Я же все правильно делаю. Окей. О, что там? А, куб. Что это за... А, куб. Что это за такое? Фу, сложно. Фейс, ну что-то фейс, что фейс, что фейс, 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 где был фейс, где был фейс, где был фейс. Ну фейс-то у него, он сразу говорит фейс. А, стоп, фейс. Фейс, ну он уже сказал фейс. Ну все, что тебе еще надо? Пса, мой стул. Your. Стоп. А, стоп, подожди, я неправильно делаю. Yes, your. Темная дарка это здесь было. Yes. О боже. Так фейс он уже сказал. Yes, your. А, боже. Это слишком сложно было, слишком запутано. Давай опять, мужик. А, это не 5, это и есть наша темная душа. Что я не принял ее сразу. Окей. Ось, не надо так сильно. Аккуратно. О, боже. Все, конец. А, теперь я... А, теперь мы встретили свою темную душу. Уходим отсюда. Куб. Последний куб. А, все, спокойной ночи. Потерянная душа. Блин, это жесть какая-то была. Пуля прошла на вылет прямо через мою голову. И куда она летит? Я не могу управлять ей. Но затем я увидел все свои воспоминания, проплывающие мимо. Вспомни пончики. Сок. О-о, принц, я... О, я не думал, что оно повторится. Then I saw all my memories drifting by. Все воспоминания поплывающие мимо. Куда мы едем? Боже, что у меня с игрой становится? Клуб потерянный. Подожди, я должен управлять или что? Нет. Вышибало посмотрел на меня. His eyes widened. И глаза расширили. Расширились. Who are you? Who are you? Кто ты такой? I don't remember.
Я не помню, что у него с губой. Very good. Come in. Very good, come in. The doors opened. Двери открылись. Very good. It was hard to find familiar faces. Было трудно найти знакомые лица. Я вижу уже не одно знакомое лицо. Я посмотрел на диджея. He took the record. Он взял запись. Так. Темная душа. He put the needle on. Поставил иглу, блин. Это прикольно, что я не помню, как это называется. Я бы такую себе хотел. And it spinned. И винил закрутился. A guy walked up to me. Ко мне подошел какой-то парень. Это диджей, конечно. Hey man. Эй, чувак. Enjoying the night? Наслаждаешься? Что у тебя с лицом? I can almost look through you. Я вижу тебя практически насквозь. What did he mean? I touched my face. Что он имел в виду? Я прикоснулся к своему лицу. У него такой микрофон, как будто, не знаю. Даже у меня кажется лучший микрофон. Я, конечно, я сомневаюсь очень. Там дырочка. Фу. I moved my finger to the hole. Я коснулся пальцами дыры, о, что я наделал? Я почувствовал вновь, у меня еще просто мурашки по коже прошли. Серьезно, это мой один из самых ужасных, самых больших кошмаров просто. О боже. And again. И вновь, серьезно, хватит. And then I realized, и я осознал, что потерял все. Сходил с ума. Фу, блин. О, эти дыры, это просто моя самая главная слабость. My soul was changing. Моя душа преображалась. Точно игра про душевно больного кого-то. Ну, не удивительно, если мы в больнице оказались соответствующие. Oh. But suddenly, но внезапно, a glimpse of recognition. Всплеск узнавания. Это была она. She opened her eyes. Она открыла глаза. Her head turned upside down. Её голова перевернулась. О, боже, надеюсь, с ней всё нормально. Everything was changing. Цветы зашевелились. Он сказал, что всё начало изменяться. Клик-клик-клик-клик-клик. The moths. Мотыльки летели в ее глаза. Ну, это какой-то хоррор начинается. Ужас. Я бы хотела, чтобы мы вернулись к самому началу. И она подняла воздух, покидая меня вновь. Но она не живая, наверное. Я уже ничего не знаю. День шестой. Проснись, мужик, проснись. О, мы вернулись. Свою комнату. Сломан. Я сломан. Я умер. Внутри. А, так это мужик снаружи. Это мужик, который, я думал, это наша, типа, темная душа была, наверное. Теперь у нас здесь фотография есть. Завтрак. Что у нас на завтрак? Мне самое главное. Я это не хочу кушать. А, что это? Цветок загнил. Не, смотрите. Т. А, блин, опять какой-то пароль уже вырисовывается. Опять эта палочка. Never dead. А, прошлое никогда не мертво. Окей. О, боже, еще записки. О-о-о-о, началось. Окей. А, придется мне
скушать, да. Не очень вкусно, наверное, было. А, сегодня последний день. Не надо так делать. Прикольно. Ну и чудик. Чё в туалете, интересно? Ну хотя бы в туалет нормально ходит. Так, теперь надо опять пароль вспоминать. Что сейчас? Осмотр? Интересно, кто придет сейчас. О боже. Соблюдать дистанцию, сэр, плохо вы сегодня выглядите. Вау. Можете продолжить последовательность. Ну... А, да, могу. Завершите, пожалуйста. О, это тест на IQ, который в интернете, которых миллионы. Я немножко задумался. Это точно тест на IQ какой-то. О боже. Я никогда не хотел его на камеру проходить. Нет. Окей. Что-то палочка в этот угол встала, и это переместилось на центр. Если палочка сюда будет, то она будет вот это, да. В том, что... Так. Нет? А, окей. Ура! Я могу, ну, я могу, что угад... Не, нельзя наугад, по-моему. Это сложно. Волнистая линия почему-то стала внезапно. Почему она вдруг волнистой стала? С какой-то стати. Нет, это точно не то. Шарик был тут, кружок шарик. Шарик потом стал здесь. Стала волнистая линия. Почему? Почему так произошло? А, наверное, еще больше сгибается. Окей, все, понял. Еще одну. Окей, это легко. Еще одну. Ну, знаете, я, блин... Окей, вау. Что вы хотели на ужин? Ну, яйца, в принципе, мне нравятся. Спасибо, мистер Хилл. Пожалуйста, придерживайтесь распорядка. Попробую, постараюсь. О, тест. Да, давайте начнем тест. А это еще что такое? Я не могу ничего сделать. У вас тест сломался. Так нечестно. Что тут стоишь?
Кружок, палочка на кружке. Тут есть такие символы. Блин, есть, а как я их угадаю? Тут вроде такого нет символа, не знаю. Что, какой здесь был символ? Окей. Есть один, два и три. Где четвертый? Как их, ну, как их... Наугад, я же не смогу их писать наугад. Может опять рамочка это, но я вроде нет рамки уже этой. А нет, есть. Блин, я точно не надо. Как это понять? Как понять последовательность? Палочка на кружке Т. Т. И. Вот это что такое? Я не могу, хеллоу, у меня тест не работает. Помощь мне нужна. Помогите мне. Как понять последовательность? Ты мне не поможешь, мужик? Пока не время для сна, да? Окей. Что же, это уже нам придется... решить в следующей серии. А пока что, я думаю, время закругляться. И всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. И всем пока.